Приветствую вас. Значит, смотрите, мужчина, он не будет развивать отношения, если его все устраивает. Если ему все нравится, мужчина никогда не будет ничего делать. И чтобы мужчина хотел отношения развивать, именно развивать, нужно, чтобы вы выводили его из зоны комфорта, чтобы у него не было того, чего он хочет. Чтобы у него не было полностью и постоянно удовлетворения, чтобы он не чувствовал, например, что вы его, например, что вы никуда не денетесь, например, что вы всегда будете с ним, да, и так далее. Понимаете, то есть, ну, да, такое ощущение, что женщина, вот что бы я ни делал, женщина всегда будет со мной. Это вот чувство, которое довольно сильно расслабляет, и мужчина после этого вообще делать ничего не хочет. Вот. То есть, такие вот эмоциональные моменты говорят о том, что у вас нет поведения адекватного, которое бы стимулировало мужчину на то, чтобы что-то делать, на то, чтобы как-то вот реализовывать себя с вами. И, соответственно, отношения не будут развиваться, потому что мужчине это не нужно. Это нужно вам. Ну и в первую очередь, нужно сказать о том, для чего вам развитие отношений. Зачем оно вам? Вы чего хотите от мужчины? Почему именно от него вы этого хотите? Зачем вы этого хотите? Может быть, у вас отношения не развиваются именно потому, что вы на него давите чересчур, на мужчин, допустим. Тогда давить как раз не нужно, потому что это не приведет ни к чему хорошему. Именно давить не нужно. Будет вполне достаточно, если вы просто скажете о том, чего вам хочется, если вы скажете о том, что вам нужно. И, в принципе, все. Вот. То есть, этого вполне достаточно. Вполне достаточно для того, чтобы как-то мужчину заинтриговать, простимулировать, да, чтобы он все-таки как-то вот начал что-то делать, чтобы как-то он начал реализовывать себя с вами. Но вот и сейчас от него имеет смысл отдалиться, а сейчас от него имеет смысл немножечко отстраниться, и чтобы человек хотя бы вот какое-то время, чтобы человек он понял, что вы будете действовать по-своему,
чтобы он понял, что вы будете двигаться своим, так сказать, путем, если он не захочет, если он не захочет дать вам то, что вы хотите. Вот это, в принципе, и является самым адекватным моментом. Вот. Вот так. То есть, смотрите, еще раз. Мужчина не развивает отношения, потому что ему это не нужно. Мужчина не развивает отношения, потому что его все устраивает. Мужчина не развивает отношения, потому что он не видит в этом смысла. Если мужчина в чем-то не видит смысла, он не будет этого делать. Ему просто это не нужно. И весь вопрос в том, а зачем вам это нужно? Вот такие отношения вам для чего? Вот так. Вот это вот то, что я хотел вам, в принципе, сказал. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, нужна помощь, поддержка, обращайтесь в личку, я вам с радостью помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен за оценку его. Значит, желаю вам всего самого доброго и удачи.